Всем привет, это наша любимая игра Клондайк. Ну что ж, давайте сегодня поговорим про Индиго. Этот остров находится недалеко от домашней станции. Это один из островов колонии, который мы не превращаем, но за полную расчистку которого мы получаем подарок. Вот такое вот здание, где можно будет нанимать 30 человек. Но вы не сможете расчистить остров полностью. Вот тут в углу у вас останется деревце, который будет держать вот такие вот лужицы. Для этого надо будет два раза бабахнуть бабахом, деревце уберется, и после этого вы сможете уже дочистить остров полностью. Превращать его не надо, он у нас так и остается. Он хорош тем, что здесь в нем есть лавка, в которой вы можете покупать, видите, и вы можете здесь семена выращивать, животных. Также сама ферма, птицеферма, на этом острове все доступно. Прекрасно рядом с домом. Видите, я здесь выращиваю животных, я даже траву не чистила, я просто запустила сюда животных, животные съели всю траву, мне останется убрать только камни, кусты и все остальное. Ну, видите, я пока его полностью не расчистила, да, здесь можно делать сани, мягкую пряжку, курицу, корову и очень неплохо, что здесь делаются пингвины. Этих пингвины приносят, видите, очень много опыта, жирок приносят. И очень прикольно на этом острове их выращивать. У кого нет золотого инкубатора, чтобы его не носить с острова на остров, здесь для пингвинов просто рай. Я как только открыла остров, сразу построила здание и занялась пингвинами. Задание на этом острове я уже все прошла. Ну, а расчищать я так... чищу потихонечку, но особо не спешу. Ну, я думаю, что в принципе я рассказала все. Остров хороший. Хотите, ставьте грядки, хотите, выращивайте животных, ставьте теплицы. Да, в будущем я здесь поставлю, конечно, буду птичек выращивать в производственных масштабах и животных. Ну, пока месь я до этого еще не дошла, 63 уровень, пока есть, что есть. И очень даже прикольно. Так что Индиго очень хороший остров, и сани теперь стали у меня грузоподъемности после него на 800. Я еще поставила, видите, вот такую штучечку, крепеж, и у меня теперь все, что у меня в санях, вот это все не засчитывается в груз. Груз, видите, 0 из 800. Если эту штуку убрать, то тогда, естественно, что вот это все засчитается и будет меньше места. Поэтому делаем, устанавливаем, играем, чистим острова. Всем удачной игры, пока!